Тимати пригласил горожан на пикник на стадион «Динамо». На площадке собралось немало нижегородцев. Причем любовь и к артисту, и к его съедобному продукту оказалась примерно одинаковой. Я был в Москве, два раза бургеры ел. Приехал на открытие в этом году. Хочется бесплатный бургер получить или Тимати увидеть? Все-таки бургер. Я бы предпочел бургер. Новые эмоции. Все вместе. Да. Надеемся, что Тимати хороший повар. И надеемся, что будет очень вкусно. Тимати заставил себя ждать около полутора часов. Правда, скучать гостям не пришлось. Все это время собравшихся со сцены развлекали ведущие, музыкальные и танцевальные коллективы. А повара вовсю готовили булочки и жарили котлеты. Как нижегородцы встретили главного героя, мы расскажем в службе новостей «Город» в среду 16 мая.